Такое прохождение на 12 этаже. Средних волн. На 7 этаже вообще ничего не слышно. Здесь, ну, как мы видим, очень много помех и не всегда проходит. Попытаемся что-то услышать. Очень много помех. Конечно, если приемник был бы принимал сейчас средние волны не на телескопичку, а на ферит, может быть, картина была пояснее. Ну что имеем, то имеем. Прямой телескоп невыгоден здесь, в таких условиях. Очень много помех цепляет. Океан сюда мне тащить лень. Больно уж это самое. Ну все, прохождение ушло. Бесполезное дело. Привет каналу Влад Дим. Вот он недавно смотрел его ролик вчера. Вот он упомянул меня, мой город, Самару. Вот он об этом и говорил, то что люди хотят купить приемник, который все чувствует. Везде будет хорошо принимать. А так, такое невозможно в городских условиях. В городских условиях это нереально принимать средние волны. Короткие еще как-то реально. На коротких можно принимать громких китайцев. Громкие китайские радиостанции. А вот средние волны под большим-большим вопросом. Какой бы хороший приемник у вас не был, надо прежде всего обесточивать полгорода, чтобы что-то принимать на средних волнах.
А про длинные сейчас покажу вам длинные. Длинные волны, вот. Это длинные волны. А вот этот приемник очень хороший, он самый лучший по чутью, что я встречал на средних и на коротких волнах, а уж тем более FM, ему равных нет, этому радиоприемнику. Но вот на FM он может принимать. Вот как принимает на FM он очень слабую станцию из Тольятти, Тольяттинскую, идущую из Жигулевска. Уточняю, что станция идет в Жигулевска. Надо переключиться, а то забанят. Ну вот вроде опять прохождение появилось в Радио Свобода. Вот такие дела, ребятки. В общем, всем спасибо, всем пока. Каналу Владим, привет. Из Самары.